файл номер один. Хула, полк. Машина что-то не едет. Машина не едет. Хула, реально, блядь, что с машиной? Да нет. Что за пожалуйста, отпустите стояночный тормоз. Да ты. Один. Как обычно, стоим на этом красном светофоре. В начале каждой бородатой езды мы стоим на красном светофоре. Или в пробке. Сандра, не могу на тебя смотреть. Ты без бороды, ты просто... Зачем ты это сделал? Ой. Ну что, зачем мы вчера так напились? Нет, не вчера, позавчера нельзя так говорить. Вчера ты скажешь, что там еще под градусом ездите. Здесь начать рассказывать, мне кажется, отлично, да? Пукан подкипает. Опять красный. Дерьмо. Acura TLX – очень красивый автомобиль. Дизайнеры потрудились на славу. Мне очень нравится, как сделаны его линии. Очень нравится его смелая диодная оптика. Ну вот сейчас мы наконец дойдем до него, и вы сможете тоже на него посмотреть. Конечно, основной элемент дизайна здесь – это передняя часть. То есть диодная оптика очень красивая. Три диода отвечают за ближний свет, два диода отвечают за дальний. Непонятно, почему они не сделали еще и диодный поворотник. Но факт остается фактом. Очень красиво. Мне очень нравится вот эта стальная решетка. На любом цвете машины она идет вот в таком вот железном исполнении. Очень красиво. И вообще значок у них тоже такой штангенциркуль. Отличный. Правильно говорит штангенциркуль? Наверное, правильно. Не знаю. Пойдемте посмотрим дальше. Очень классные и очень агрессивные выштамповки вдоль всего кузова. Так как автомобиль на самом деле достаточно большой, вот эта линия очень здорово это скрадывает. То есть автомобиль кажется более спортивным, более компактным. Диски опциональные, тоже очень прикольные. Ну, в общем, про дизайн можно смело сказать, что машина удалась. Итак, Acura оказалась на удивление приятным автомобилем. То есть, так как я до этого никогда не ездил на Acura, мне было сложно чего-то ожидать от нее. Но я очень приятно удивлен. Во-первых, она очень тихая. Честно говоря, у меня такое есть подозрение, что она тише, чем Jaguar, который был у нас на тесте в прошлый раз. Шумоизоляция очень хорошая, причем ни шум от дороги, ни шум от ветра не попадает в салон. Здесь установлены какие-то специальные подушки двигателя, ну, по крайней мере, я об этом читал, какие-то специальные, то ли типа виброизоляционные, то ли вибропоглощающие. В общем, двигатель, ты его слышишь, но когда нажимаешь газ, не передается вибрации по кузову, ничего нету, то есть ощущение такой очень тихой комнаты. И это, конечно, меня очень удивило, потому что от японского производителя я такого уж точно не ждал. Благодаря системе полного привода, которая здесь называется SHAVD, я про нее сейчас еще расскажу, машина очень уверенно едет по дороге. Ну, помимо того, что, вот как вы слышали, здесь есть какие-то электронные помощники, которых я коснусь чуть позже, она вселяет какую-то тотальную уверенность в то, как ты перемещаешься. То есть нет такого маневра, ну, на разумных скоростях, который бы заставил тебя почувствовать себя неуверенно. У нас на тесте машина с мотором 3,5 литра, и она стыкуется с 9-ступенчатой автоматической коробкой. То есть раньше, когда мне казалось, что 8 ступеней – это много, здесь уже 9. Говоря о полном приводе, что здесь за привод? Здесь хондовский фирменный SHAVD, который мне знаком по такой модели, как Honda Legenda. И когда я катался на Легенде, он мне очень понравился. Здесь система уже доработанная. Я, как вы уже поняли, небольшой специалист в технической части. Как мне сказали, в отличие от той, что стояла на Легенде, здесь система не только электроникой управляется, но еще и гидравликой. То есть на каждое колесо отдельно система может дать до 90% крутящего момента, что, ну, конечно, очень круто сказывается на управляемости. Причем в меню даже есть пункт, которым можно в режиме реального времени смотреть за распределением тяги. Ну, достаточно интересно смотреть, как она... То есть на ускорение вот сейчас мы нажимаем газ, практически весь крутящий момент уходит вперед, немного оставляя назад. Потом, когда мы набираем скорость, то соотношение меняется в более-менее равное, но вообще... Хонде больше нравится на разгоне явно отдавать как можно больше крутящего момента вперед. Соответственно, когда вы проходите повороты, и в зависимости от того, какое у вас покрытие под колесами, машина перераспределяет крутящий момент то на одно колесо, то на другое, на одну ось, на другую. Из-за этого, когда машину ввинчиваешь в поворот, происходит какое-то чудо. То есть на самом деле нету ни кренов, но это уже как бы из-за подвески. Но самое интересное, что ты просто поворачиваешь руль, нажимаешь газ в пол, и нету абсолютно ни пробуксовок,
ни недостаточной поворачиваемости, ни избыточной. Машина просто вворачивается в поворот. Это удивительно. Вот это действительно очень круто. Дима, мы приехали в Макдональдс, как ты хотел. С днем рождения, прошедшим тебя, пупсичек. Так, друзья, дорогие друзья, вот сегодня у нас, точнее, это месяц у нас очень важный. У нас прошли два дня рождения. День рождения Димы, нашего многострадального оператора и талантливого нашего монтажера. День рождения Сандра, который опозорился, пытался постричь свою бороду. У него ничего не получилось, ему пришлось ее сбрить, но вообще обычно он ходит с бородой. У него рука дрогнула, и он остался в таком позорном для нашей команды виде. А Жоржа вы знаете. В общем, это команда бородатой езды, которую мы вам до этого никогда не показывали. У нас интернациональная команда, у нас русские двое, один грузин. И, Жорж, ну что, нельзя говорить про твою национальную принадлежность. Греческие корни у тебя и ассирийские, правильно? Соответственно, вот такая вот у нас команда. Я подготовил, точнее, не я, а мы все подготовили подарки для ребят. Так как меня сейчас не видно, скорее всего, я не могу открыть багажник этой машины. Сейчас. В общем, бородатая езда — это большая семья. И мы не могли оставить ребят без подарков, которые я сам очень красиво упаковал. Короче, вот так вот я красиво упаковал подарки. Сейчас я вам их покажу, как я их упаковал, значит. Вот, упаковка от бородатой езды. Очень красиво. Очень талантливо. Короче, у Сандры есть одна большая проблема. Дайте я стану здесь. У Сандры есть большая проблема. Он пользуется Nokia какой-то там, которой нет вообще ничего. Поэтому мы дарим от бородатой езды тебе мобильный телефон, который позволит тебе наконец-то... Весь наш чат обычно происходит ВКонтакте, и ты наконец-то сможешь сидеть ВКонтакте и пользоваться. Открывай, что ты свои пальцы показываешь? А Дима, не будет, короче, выпуска про Range Rover, потому что благодаря вот этому парню, он украли у него, короче, жесткий диск. Вот, я специально для тебя очень красиво запаковал. Жесткий диск на 1 терабайт. Просто, извини, курс доллара большой, больше 1 терабайта мы себе не можем позволить. Ребят, смотрите. Вот поэтому у пацанов теперь есть подарки. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу, чтобы вы понимали, что бородатая езда — это... Понимаю, и ты. Это не какая-то коммерческая программа, которая делается на телевидении. Никто из нас не зарабатывает на этом денег, никто друг другу не платит. Мы действительно просто друзья, которые делают прикольную программу, которая нам нравится и, как нам кажется, вам тоже должна нравиться. С днями рождениями вас, спасибо, пацаны. Спасибо. Растите большие, бородатые. Вот, ты вообще красавчик, молодец. О, какой. Вот. Все. А теперь продолжаем смотреть обзор вот этого прекрасного автомобиля. Да. Японцам всегда достаточно сложно соблюсти какой-то баланс между дизайном сдержанным и дизайном агрессивным. Мне кажется, здесь это удалось. Очень удачная задняя оптика. Опять же, все эти шильдики, все так, ну, сделано очень классно. Сзади она немножко похожа на Мазду 6. Я не помню, что там раньше из них вышло, но задняя часть очень схожа. Здесь есть парктроники, есть камера заднего вида. Вот этот вопрос, у меня всегда, ну, всегда возникает вопрос относительно камеры заднего вида. Зачем вы ее делаете открытой? Почему нельзя ее спрятать, чтобы, когда я включаю заднюю скорость, она просто отсюда выезжала, как это сделано в Volkswagen? Камера постоянно грязная, но у нее есть аж целых 3 режима. У Acura есть камера заднего вида, и она здесь необычная. Вот сейчас вы смотрите на меня через широкий угол, а вот так я выгляжу на среднем. Но еще я могу лежать прямо под бампером и разговаривать с вами вот так вот. Багажник не самая сильная сторона Acura. Во-первых, очень неудобно сделана кнопка. Она прям под палец, ее сложно найти, постоянно пачкаешься. Плюс очень узкий проем, и багажник очень глубокий. До того, что лежит прям там в глубине, не дотянуться. Хотя объем его, ну, достаточно приличный. Опять же, японцы никогда не могут сделать все до конца, поэтому у них вот эта ручечка только с одной стороны очень маленькая, и закрывать его неудобно. Acura не позиционируется как машина, которая ездит с водителем, но места сзади здесь достаточно много. Очень удобно, что дверь открывается широко, есть шторки, вот даже на такие маленькие окна, есть шторки такие, но они механические и не очень удобно снимают. Ой. Вот смотрите, у меня рост 1,90 м. Если я сажусь за таким же ростом пассажиром, ну, даже повыше, я не знаю, там у Жоржа, по-моему, даже повыше, место вполне остается, даже если я развалюсь, как я люблю, вполне достойно. Плюс есть подогрев сидений, есть задняя шторка, она управляется отсюда. Вообще материалы очень приятные, ну, то есть, в целом, как бы, машины очень качественные. И сиденья очень мягкие, очень удобные. Как бы здесь докопаться не до чего. Ну, говоря про динамику мотора, здесь, как я уже говорил, V6 3,5 литра без
надувный обычный атмосферный мотор. Ну, я не могу назвать ее какой-то выдающийся или впечатляющий. Мотор достаточно ровный, такого сильного характера у него не наблюдается. Единственное, вот после где-то 4500 он очень резкий. То есть, ну, допустим, здесь установлена система, которая называется IDS, это Intelligent Drive System, которая в зависимости от настроек, а настройки здесь три, Eco, Norm, Sport и Sport Plus, ну, что сейчас у многих встречается, в зависимости от выбранного режима меняется полностью поведение машины. Ну, в этом, конечно, нет ничего нового, но Honda в режиме Sport Plus практически никогда не опускает обороты ниже 4500. Вот сейчас мы едем 140 км в час. Ну, мне кажется, можно даже на видео оценить, насколько в машине тихо. Очень тихо. В сиденьях есть вентиляция, есть подогрев сидений. Говоря о расходе топлива, ну, мне кажется, он здесь достаточно адекватный. При моем таком смешанном стиле езды, то есть иногда еду спокойно, иногда наваливаю, получается порядка 15-16 литров. Ну, в целом это нормально для машины с мотором 3,5. Еще особенность этой машины в том, что здесь установлены, по-моему, вообще все возможные помощники, которые только могут быть установлены в современном автомобиле. Ну, посчитать их вообще достаточно сложно. Акура постоянно за тебя думает. Про тормоза. Тормоза здесь никакие. Ну, то есть, они неплохие, не хорошие, абсолютно стандартные. Такая идеально сбалансированная машина по мощности, управляемости, шумоизоляции. Вот все эти факторы, ну, как бы для меня определяют ее как машину, которую реально очень приятно водить. Ну, а посадка водителя здесь вообще отличная. Что интересно, у Acura 9-ступенчатая коробка, но нету классического рычажка. Все заменено кнопочками, которые мне лично очень нравятся. Если нажать на D, загорается очень красивый зеленый значочек. Если нажать на паркинг, что такое? А, если, ну, паркинг и D, и нейтралка включаются обычным нажиманием, а задние, ну, для того, чтобы не включили случайно, подниманием такого небольшого рычажка. Это прикольно. Повсюду мониторы. Графика, ну, будем честны, графика, конечно, не катит. Графика начала 2000-х. Мне не очень нравится, как работает сенсорный экран. Ну, во-первых, он вибрирует в ответ на нажатие, что мне не нравится само по себе. И порой приходится нажимать несколько раз. Это не очень круто. Ну, приборы достаточно стандартные. Все настраивается, куча крутилок. Мне очень нравится, что здесь громкость регулируется вот такими колесиками, а не кнопками. Можно очень быстро ее менять. Есть подогрев руля, есть подогрев вентиляции сидений. Все очень добротно и очень неплохо сделано. Конечно, в мелочах, кроме вот таких пластиковых элементов, которые как подочечник, на них видно, что детали не все были проработаны. Каждый раз в бородатой езде нам очень сложно придумать что-нибудь новое для того, чтобы удивить вас. Мы не хотим делать обычные обзоры, нам нравится экспериментировать. И сегодня, благодаря Акуре и тюбингу, мы снова получили удовольствие от прекрасного дня. Из нас никто не ожидал, что Акура окажется таким интересным, таким сбалансированным и правильным автомобилем. Все это благодаря хорошей инженерии, грамотному дизайну, хорошему мощному мотору, прекрасному полному приводу. Ну, этот автомобиль, он при всем при том еще и просто красивый. При цене в 2300, ну, мне сложно оценивать, действительно, нормальная цена или нет. Мне кажется, хорошая цена. Ребята, это была бородатая езда. Тюбинг я забираю с собой. Бородейте, ездите. Это типа там на наш канал подписывайтесь, лайки ставьте, расскажите друзьям, подругам. Маме расскажи про наш канал, бабушке сообщи. Короче, попиарьте нас, мы же прикольные чуваки. Все, пока. Я люблю вас, друзья. Бородейте. И ездите, ездите, блядь, тормози, придурок!